Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Идите, хотите, ну погнали. Так в этом разница. Армия 1-1. Let's go. Трек называется «Вдали», я говорю. «Вдали» — это финаш. Так, сейчас дальше треки ставлю. Тише сделал, конечно. The fuck? 65 золота Сандерса. Привет, я что, дорогая, это Тарим отпик, что впикнул? Кучатик, всем добра. Так, привет, дорогой Руслан, кучатик, всем добра, здорово, Влад. Не, ну злоумышленник за Сандерса, это слишком... Это слишком долго. Влад тоже говно, как будто это только рука. Рука — это единственное, что может собрать. Мурков нет, мехов нет, да. Это первое, по-любому. Не фат, что сделаю, сейчас поставлю. Не, подожди. Почему трек? А, да-да-да, все, поставили. У меня просто несколько было открыто треков. Я забал, поставил раньше, чем знат. Другой трек тоже не поставил, сори. Блин, нет, квеста нет. Ну вот есть такое, да, что... Ну, это по-любому надо его убрать. Окей, два хранителя, так что, в принципе, это... В принципе, это мои атаки, по идее. Такие вот мы, ребята. Пыши комочка, комочка уже, кстати, показывал недавно. Или нож 65 голды, ну, говорю, как Тарим. Ну, не, подождите, а в чем реально смысл? Мне даже Мурлока, чтобы его активировать. Спел на активацию, за счет этого только, что ли? Да два продать, в смысле, зачем его продать? Ради камней, да нафиг мне эти камни на нее срались. На следующий, возможно, даже левел, обилка и попробовать в руке подержать карту. Четыре атаки мы точно берем. Аристократ, который получает голду. В смысле, и баф, и голд. Окей, погнали, хорошо. Звучит хорошо, ребят, звучит здорово. Почему нет? Конечно, let's go. Я его не ставлю, его держу. Так, идет продажа плюс монета, что на следующем можно было сделать левел плюс обилка, правильно? Правильно, ребят, правильно. Судя по музыке, сегодня аудитория Руслана 40+. Да нет, слушай, этот трек вроде не настолько старый. Ну, старый, конечно, не настолько. Очень серьезная игра, закинул алын на синий, верю в твои умения, размышления. Ну, помогать, да. Не, почему, не поставил сейчас, не план. У меня квест этот. В начале вашего хода существо в руке получает плюс 12, плюс 12. 4 атаки нужно. Учитывая вот эту двоицу, думаю, 4 атаки мы сделаем. И у него выполнены призер жертвы. Давай сюда куда-нибудь, не знаю. Здесь атаки с 0, 4 карты. Да. Есть. Есть, ребята, есть. Вот, и в начале хода сейчас он получает. Я его поставлю, потом сделал левел. Может, там будет что-то вроде голду потратить, я не знаю.
То есть, вон, 15-15 карта, бам, ставим, смотрим, что отсюда прокает. Прокает для того, чтобы гибель здесь существ. Let's go, легко. Бам. Прокрутил, чтобы говорили честь, Арслан профессионал, жестко. Жестко, круто ты сделал. Есть триплет, хранитель душ. Я могу собрать триплет, а потом пятерку в руке подержать какую-то. Это хорошо? Чат, это хорошо или нехорошо? Наверное, хорошо, да? Пройдоха? Я не знаю. Я не знаю, ребят. Дракон, может быть дракон, не знаю. Я не знаю, тут как бы, что первое, что третье, это что... То же самое почти. Дракон нравится больше. Ну давайте, значит, дракона поиграем, какая разница. Ну он получит баф, да неплохой. А прикинь, сейчас получит баф, а потом в руке все, плюс 12-12. Ой, точнее, плюс 1-1 пусть получает. Так, сейчас ставлю, сейчас, New Refund, твой трек. Поехали. Так. Анемия оформляет подписку, позже подписан на 9 месяцев, врывая с ноги, ничего себе. О, у него еще голдишка идет. Кеквейт. Ладно, работаем. Так, привет, Анемия, спасибо за подписку, спасибо за 9 месяц. Катка пахнет жадность, которая сгубит фраера. В смысле, где-то видишь жадность под каком-то муве. Вот сейчас будет жадно, если я левел пойду и ничего не поменяю. Вот это будет жадно, да. Но с другой стороны, кто меня остановит? Или вообще может его продать? Левел обилка? Шеф-повар. Подождите-ка. Матадора в руке забафать. Поставил эту троицу на стол. Матадор пусть в руке бафается и бафается, как дрочок. Ну, как-то так, ребят. Кесургун, ты вернее его бафаешь. А, типа, камень не отдаётся? Нет, понятное дело, что это работает так. Норм, да, согласен, норм. На следующий подъем можно снова левел сделать. И можно даже Матадора снова в руке подержать. У нас голдап сейчас будет, по-любому, да? То есть три карты, наверное, сможет забить. Вряд ли сейчас все забьется в это все. Думаю, вы слабовато сейчас, ну, как бы для девятой монеты в этот забить вообще не должно быть проблемы. Ну, огонь, ну есть таты просто. То есть рука нам чисто дает темп, ради которого мы сможем, точнее, благодаря которому мы сможем, как дурачки, левел сжать, и, собственно, чтобы от лица что-то вставало, если мы были высоко, это вернем. Повезло ему, повезло, жестко повезло. 9-15, получает 7. Обычно у меня идет 7-8, получает 15. Немножко в другую сторону. Говно, да? Брана бы найти, спишь, конечно. Спишь, Арслан. А подождите, штука руинит. Так, спешл по Арслан. Ну-ка, Юрнифан. Все, спасибо за 100. Поставил сразу, открыл по трек, поставил в очередь. Сюрприз в ментале, что потом мне не нужно. Как будто можно прорвали, да, все это дело. Гроу. Еще один Матадор. Вот его можно в руке вообще подержать. Отсюда сейчас еще Матадор. О, неплохо. Неплохо. Так, продал. Может, Матадора тоже штанишки снять? Что думаете?
Ну, яичко не хочу доставить. Пусть вообще этот войс можно в руке оставить. А где Бран? А вот Бран не дали, это не везет. Не везет, не везет. Лиза есть. Возможно, вот так оставить, получить с него value и понадеяться, что, ну, как бы, этот двоец, да, получит от из вас. Давайте так, пока что нички снимаю. Я понимаю, что мы получаем карты, я понимаю, что она может заруинить. Идем на этот риск, ребята. Ладно, яйцо вообще в руины полны. Полнейшее руины яйцо. Сейчас я из-за этого вообще фул лопалицу получу. Фак. Ничего не забил, кошмар. Ну вот, 2-6-14, получаем сколько? А, 13, я думал 15 будет. Так, ставлю следующий трек, Влад твой. Let's go. Малыш Нзот. Золотая фаланга есть. Звери Наги нету, то есть нельзя позолотить через 1-1 карту. Наверное, золотая фаланга просто подойдет. Не слышно мне Матадоры. Наг нет, да, зверей нет, наг нет. То есть не позолотить что-то прям. Любую карту нельзя будет делать. Можно его сделать, можно сделать на малышан золото, чтобы еще что-то позолотить, какой-то хрип, но я не знаю, какой хрип позолотить. Скорее просто мы в него сделаем лучше. Я не хочу его золотить, но я его вообще готов продать. Оп. Ну и как я мог не поставить своего любимого корейца? Драконы много. Секундочку. Фак, сейчас секунду. Залочь это дело. Наверное, что такое пока что. Я понимаю, что там рука сейчас может работать плохо, но у нас сейчас уже немножко про другое, да, все дело. Нам сейчас нужно найти как-то способ килиться. Способ быть классными. Засранец Сатова. Почему такой Сатова? Там был шафл. Да сейчас шафл, что ли? Ноу. Ладно. Ты так классный, да что-то не особо классный, сейчас жестко пробивают. Мы для него очередняр, который тоже по 15 получают. Фак. Фак, 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 фак. У нас кутик отлетел. Чел, еще один, который жестко всех пробивает. Еще один, которому жестко везет. Как так? Сейчас что делать? Продажа, продажа, продажа. Поставил, поставил эту двоицу. У меня будет бам-бам-бам. Я все это кручу, получается. Еще ролл брану поискать. Я просто забираем и забираем. Наверное, подроллим чуть. Наверное, чуть подроллим, ребята. Окей, найс, подроллил. Ну все, пачу, кажется. Кажется, ребята, я пачу. Бран потеряли. Ну и дали Брану, что поделать.
На руку уже пофиг, да? Ладно, седонька. Пять лечей, на, толку. Так, Юрнифан, твой трекич. А толку. Нас не догонят. Мы сильны. Ну мы пошли все, давай. То есть было бы здоровье, я мог бы придержать все это дело, попробовать найти все еще Брана, еще, допустим, ход. Если находился Бран, то я бы становился сильнее. Прям в разы. А так это, ну, спасало, если честно. Хорошо, я Брана побаф в руке. Перед вылетом, не, мы в руке бафы на следующий ход, верно? Баф перед следующим ходом, перед жестким ходом, где соберется у нас охотник, там, матадор, и пойдут сейчас очень много боевых клещей жестких. Нас догонят, нет, нас не догонят, ребят, нас не догонят. Лочь, это штука, что ли? Нет, это не стоит. Нужны реально трепеты, нужны боевые ключи жесткие. Что можно было вот это все дело реализовывать. Ну здесь Ставина, говорю, там следующие ходы важны. Я могу бота получить, кстати, в этот раз. Удачи с ботом, Арслан. 12-й ход, кеквейт. Кеквейт, он пошел вон отсюда. Пак. Эта штука, по идее, хороша, может быть. Это лучше, чем это, потому что это каждый... Ну, блин. Мы сейчас играем за выживание, да? То, что надо сейчас тебя забирать. А, пожалуйста. Пошел ты в задницу. Три хода назад, шесть триплетов. Придется матадора продавать. Я, кстати, не знаю, какого продавать, такого или такого матадора. Фланг продавать. Я думаю, фаланга лучше, она как дракон бафается. Возможно, надо стенку продавать.
Оки-доки. Это все равно не хватает. Ой-ой. Ветерса можно пота получить? Ветерс можно. Ветерс, ребята, можно. Так, нам голдишка, да, было бы, наверное, неплохо. Так что вот так сделаем. И, наверное, вот так вот сделаем. Ну, пойди, его можно одолеть. То есть он здесь сейчас силен за счет, ну, вот этого всего, да, но... У него еще два дракона хорошие, которые прям бесплатно бьют. Тоже большая проблема. Я так понимаю, у него большой шанс того, что будет находить именно сетевых драконов, что это верные эти бронзблестники, все дела. Единственное, что там у него, как интересно, по стам еще все дело растет. То есть он просто всякие там бафы 4-4 лутает или что это такое. Как-то бесконечно сгодится, статы растут и растут. Ну скейлы нет, как его спылы скейлы? Он может себе находить что-нибудь. Ну у него нет прям очевидного скейла, как, ну типа CSGOS, браны и кидать просто боевые ключи. Очевидно, скейла нет. Давай, тащи тряпка, спит на тебя мотивирующий трек поставил, который не догонит. Ну слушай, нас пока не догоняют. Баф из пламя, ну вот-вот, да. А почему? А как? А, ребята, а как? И подождите, я ушел нормально, все было, я же бота получал. Это произошло. Неуважение, Жмурику, почему неуважение? Я батлкрая прокрутил, я усилился, я сделал все, что нужно. Ну, в смысле, что там было такого, а чего я вообще мог отлететь? Там яды, что ли, какие-то? Я пока шел, я уже думал, как там дальше крутиться, как дальше усиливаться. Клифф 4 раза ударил! 4 раза ударил Клифф, ты ч... Ефири Клифф, понимаю, ребят, понимаю. Подписывайся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!